Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Перед началом данного видеоролика хотел бы вам сказать то, что мы разыграем данное АВП, когда на моем канале наберется 1750 подписчиков. Обязательно подпишись, поставь лайк, перейди в телегу, там будет больше информации. А так, приятного просмотра. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами зашли на сайте Kiss Battle. Как обычно, я задепал 1000 рублей, 200 с промокода вот с этого Глории. Ну что, давай начинать, давай вот пойдем вот потихоньку по нарастающей, по три кейсика сможем, если с тобой сделать, то будет вообще шикарно. Не хочу сегодня задрачивать свои контракты, зная то, что возможно сегодня даже будет окуп, только чисто из контрактов, но будем надеяться, то, что вообще полностью нас не сольет к нулям. Кто-то боец уже крафтит. Мужички, обязательно попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, потому что... Хочу сделать, если вы будете по 10 человек подписываться ежедневно, ну хотя бы там за 2-3 ролика, то будем разыгрывать каждый день какой-нибудь скинчик. Обещаю, что сделаем. Обещаю, вот прям вот. Вынь да положь, кладу вот такие слова на стол. Скины буду разыгрывать, я надеюсь, рублей не по 100, а хотя бы по 200, чтобы, ну, с чего-то хорошего начать. Вот калечку бы еще сюда, ну ладно. Давай, кейсмания, я надеюсь, ты меня услышал, подписался на канал, поставил лайк. Ну что-то вообще, СКБ сегодня как будто какая-то шляпа сыпется, вообще полная. Башпы. О, нападение Жора, первый опыт, наверное. Наверное, да. Окей, давай последний кейс. Городская опасность, понятно, окупы сразу же слив. 803 рубля вместо 1200, окей, давай контракт 372, 218, заебись. Начало положено, так скажем. КБ, ничего нового ты мне не говоришь, не удивляешь от слова совсем. Окей. Вот так, 309, бам, 243. Вообще ничего хорошего ты мне не осмеливаешься ставить. 518 рублей, поехали. Бам, 772. Вот это да. О, ты смотри, что сделал. Вот это да. Вот такого я точно не ожидал. Обязательно напиши комментарий. Хочешь ли ты увидеть ролик с просто с этого купона? Сейчас, если все солью, обязательно сделаю. Просто купон на 3 сотка. Кто-нибудь такое видел? Кому-нибудь вообще больше дропалось? Ты погляди, а? Жучок, бля, какой. Хочешь, чтобы Сёма денежки какие-то забрал? Ладно, мужички. Едем дальше, смотрим дальше. Кейсмания за 200 рублей. Похуй, несмотря на то, что 700-очек на балансе было. Ой-ой-ой, ты смотри, 16 рублей поставил нам плюс. Годно, годно, реально. Ой, еще и нападение Жора. А что такое? КБ, ты что, решился окупать? Или что? Ой-о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 й, подожди. Это сколько? Это 1072 рубля, а давай, бам. Ага, вот так, да, значит? Шлёцик. Ладно. Давай... Давай PGL, просто посмотрим, потраем. Не знаю, тут может что-то хорошее будет, да. 62 рубля, еще сейчас 32 ебанется, или 70, вот будет вообще сказка. Коробка с игрушками, кстати, сколько ты уже стоишь? 290. Ладно, отбили. Отбили два кейса, так скажем. Ой, разъяренная толпа, ну ты смотри, как хорошо, а? Ну давай еще один, так уж и быть. Поверю в тебя сегодня. Ой, блядь, зря я это сделал, на самом деле. Ладно, ничего страшного, давай какой-нибудь вот кейс мастер фристайла. Фристайло. О, нога, заебись. Нога, правда нога читается, но ничего страшного. Давай вот такое, 239 рублей. Бам, вау, 262. Годно, годно, really. 899, давай слей. Конечно, а ты же по-другому, ты не можешь. Тут три садка еще лежит, ты не волнуйся, мы еще зайдем на тебя. Окей, давай Сэдди Адлер. Смотрим, что тут, ну я думаю минус. Ну конечно. Какие плюса, Сём, ты чего? Это ж КБ. Забыл что ли? Да нет, не забыл, но ну и проблема. Статрек гравировку. Ох, нихуя, прям в ноль вообще. Статрек гравировочку бы хотелось на самом бы деле. Но что-то, я думаю, понятно. Ticket to hell. Окей, давай вот так, не знаю, 484 рубля. Бам, 285. Отлично, отлично, а как иначе-то? А давай, может, косарик? А может, косарик и вернешь? А пожалуйста, тебя прошу. А я пожалуйста, тебя прошу, верни косарик-то хотя бы. Отлично, хотя бы косарик. Хоть что-то.
Ну что-то в моей жизни меня радует. Ладно, кейс мания, давай. 5 штучек откроем. И просто все в контракт и апгрейд обратно вернемся. О, ядерный сад, ты смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 449 рублей. А куда это, родной, ты взлетел так? Еще один. Ебануться. Я походу все, ребят, я перевернулся. Мужики, это какая-то подкрутка. Ну такого быть не может, чтобы 3 подряд и таких окупа. 4 подряд окупа. Блять, ну давай. На 5 я уже точно не рассчитываю. Ну вот, вот, вот это вот мой дроп. Вот это я знаю, вот это КБ. Давай вот так. 684 рубля. Бам! Во-во-во-во-во. Вот это да, вот это нормальный дроп. Вот это я шарю. 1108. На, блять, конечно, нахуй, держись, Сём. Вот это нормальный дроп. Вот за эту такую хуйню я могу лайк поставить. Ой, блядь, ты что? Ой, блядь, ты что? Нахуй, ебать, нахуй так падаешь? Вот это хорошо. Вот, ну, такое. Вот это отличный дроп. Блядь, 125 рублей. Ну, давай, вот дядечку. Минус тоже. А что? Что с кейсами, нахуй? На, плюс, вот это, бля, мужики, плюс 20 рублей, смотрите, сколько, 758. Вау, плюс 200, ладно, ладно. Извини, КБ, пожалуйста, 1400. На, бля, 2000, куда? Мы что, взлетаем, нахуй? Остановите этот паровоз. Так, я сойду, ладно, мания. 10 раз можем открыть. Бам, ага, ошибочка, уже ошибка какая-то имеется. Ошибка то, что, блядь, мне так окупает. Во-во-во-во, вот. Вот это неправильный какой-то дроп. Вот это мой дроп. Вот это тоже неправильный дроп, мужики. Вот это хорошо. И вот это хорошо. Ну, это еще более-менее, это реально. Это реально, что... Вот это шляпа какая-то, я тебе говорю. Такого не может быть просто так. Значит, какой-то расчет есть у него сегодня. То, что... Ой-ой-ой, ты смотри, как дает. Ты смотри, блядь, давай вот так еще сделаем, а 592 рубля. А, еще один окуп, ну. Куда, ебать, приостановись, нахуй, КБ, взлетаешь же, ебучий случай. Вот, 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 вот это мой дроп. Ну ладно, давай, алын, 2200, поехали. На, полтора, вот это заебомба, реально. Think about it. Окей, да, давай, блядь, погорячимся, давай ESL-ку. Вот просто 285 рублей, на, минус, второй, отличный, третий. Блять, что за хуйня какая-то? Четвертый. Блять, ты что? Остановись. Пятый. Ебать. Куда, блять? Куда такой дроп? Ты что? 892 рубля. Блять, еще и косарь дает. Ты смотри, блять. Жук какой, а? А больше же не дашь. 2200. Минус. 2800, мужик. Ты чего? Ты окупать, что ли, себе решил? Ну давай, до ножа даем. А сможешь? Бля, нет, так, такое, ну такое, блядь, что пока у меня руки не посягаются. Дай PGL-ку пару раз. Вот минус. Блядь, хуйня какая-то. Мужики, это вообще какая-то, ну, это какое-то наебалово. Такого так не может КБ давать. Это, бля, либо у меня ебанутый минус уже, что он хочет, чтобы я что-то забрал сегодня, либо... О, погоди. О, погоди, погоди. Слышь, походу, это... Настроился на свой дроп, на обычный. Ну тут, я думаю, уже двухи не будет, точно. Тут прям хорошо нас съел. А, нет, 2300. Блядь. Да, и нормально вроде. Да. Ты чё, ебать, КБ, а давай, нахуй, вот тактику алым. Ебать, ты что, тактика алым. Пошли, нахуй, до первого слива. На, нахуй, 2800 еще даешь. Ты что, ебанулся, парень, 3К. На, 3700. Да, я думаю, вот этот слив. 3800. Да. X2 инста. Ну ладно, давай уже дойдем. До талого. 200. На. 3200 вообще-то, да, на секундочку. А давай вот так вот, нахуй. Вот так. Ага, вот так, да, ты, значит. Вообще, поток информации я бы забрал, на самом деле, Desert Eagle. Потому что, ну... Как вы знаете, у меня же будет розыгрыш потом, нахуй. Всего моего сета. А сет-то будет у нас, скорее всего, и белый. Мужики, это так не должно быть. Вы сюда не смотрите. Здесь, походу, какое-то палево, нахуй. Блядь, ну а сколько я слил? Я за неделю, наверное, 1020 залился. Ну, я не думаю. Да даже после 20 он мне так никогда не ставил. Ты что, ебать? Мужичок, останови. Блядь, остановись. Во-во-во.
Вот так вот. Вот это нормальный дроп пошел. Вот он. Блин, вот это я чувствую на самом деле. Ощущаю. 4800, ебать ты нашлепал, слышь, хорош. Мужик, давай-ка нахуй, не надо так. Ну давай, ладно, тактика Алына. Все-таки хотел я сегодня от нее уйти, но, блядь, походу... Сайт хочет что-то, хотя бы что-то вернуть мне с моих денег. Ой-ой-ой. Плюс пятишечка, ты смотри. Сейчас сольет, смотри, 1600. Да нет, не сливает. А когда, бля, бритва-то будет? Я вообще-то ее жду, 2200. Во-во-во-во-во-во-во. Это мне. Это я знаю. 1800, нахуй. Нахуй, минус косарь, ебать, ты что? Бля, ну, 1300. На, еще минус, ебать. Вот это я въебался, нахуй, походу. 1600. 2500 вообще-то, нахуй, на секундочку. Ну ладно, давай, Лен, запилим. 400. Поехали. 7000 перчатки. Сюда, малышки эти. Они просто залетают сюда, Сёме. Но 7000 забирать я точно не хочу. Значит, можно киберциклопа давай. Пару раз. Минус. Во-во-во, вот этот дроп. Вот этот дроп я узнаю, нахуй. Вот, вот это точно мой дроп. Что ты, нахуй, там хуятню какую-то ставил, бля. Плюс 500 рублей, бля, ему поставить. Ты что, вот минусы подряд, нахуй. Вот это заебись. Особенно, когда их дохуя. Ну ты смотри, а. Ну вообще другой разговор же пошел, а. Минус, блядь, минус 200 рублей с кейса. Это же вообще песня. Да вот вообще, как я люблю, нахуй. На, нахуй, два раза подряд минус 50, блядь. Ну, 7000 тут... Вот это вот мой дроп, мужики. Это была хуйня, я вам отвечаю. На, вот, минус 600 с контракта сразу же. Вот это, вот это я знаю. Вот это КБ. Так, погоди. Ты либо раздупляйся, либо уже сливай под ноль, нахуй. 1400. 1600. Вау, 200 рублей поставил. Жесткий, типа. 1900. 2900, вау. Ну давай, ладно. Давай уже добьем 3200. 4600, нихуя себе. Вообще-то на секундочку. А если 5к, не поставишь, да, больше? Зимов, ебать. Сюда эту малышку. Это забор, нахуй. Я реально домой. 1200. 1700 калаш выстрел в голову. Базар. Все. И вот так вот, нахуй. 1700 последний. 900 рублей. Ну давай его просто на двушечку в апгрейдик и забор. Деньги все-таки сейчас дорогое удовольствие. Нынче. Я не знаю. Кто понял, тот понял, мужички. Угу. Нет, да, значит, сучка. Ну и ладно. Значит, сделаем инвентарь, нахуй. Разыграем, нахуй. Все разыграем. А вапку я продам, а вот калашик мы как раз-таки разыграем с тобой на 2к подписчиков, правильно, я думаю? Да, конечно. А что, ебать? Заберем? Нет, выебываться не буду, забираю. Сегодня хоть какой-то вывод. Десяточка с 1000 рублей. Вынь да положь просто сюда, Сёме, ее. Конечно. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно подпишись, поставь лайк. Если ты хочешь выиграть калашик, выстрел в голову, вам просто нужно... 1750 хотя бы добрать, мы уже разыграем авапу солнце в знаке льва. Она вообще-то тоже денег стоит хороших. Так что давай, поторопись, блядь, не поленись, реально подпишись. Всем удачи, всем пока.